когда наваливается ужасное настроение. А ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда, вот тогда ты едешь в метро, а народу очень много, и весь этот народ занял все места, и все сидят, читают какие-то дурацкие книжки или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел. И настроение твое улучшилось. А если ты ехал по какой-то большой трассе в сильном потоке машин, ты ехал, приближаясь к городу, но вдруг тебя подрезал и умчался вперед большой такой Мерседес с тонированными окнами, такой Мерседес какого-то грубого цвета, и номер у него такой 3 5, 3 6, 3 7 или 3 9. Вот умчался этот Мерседес, а ты съехал на обочину, отдышался, привел пульс в порядок, снова завел машину и поехал. Настроение ужасное, и ты ругаешься на всех этих подонков, едешь дальше, и вдруг видишь, минут через 15, как стоит этот Мерседес тоже на обочине, рядом с ним стоит милиционер и водитель, маленький, толстенький, коротко стриженный. И милиционер с ним очень жестко разговаривает. Ты проезжаешь мимо, а настроение твое улучшилось. Или ты мчался по ночной трассе, один по ночной трассе, и выставил вперед руки фар дальнего света и ощупывал дорогу. И вдруг навстречу тебе с какой-то маленькой проселочной дороги выехал какой-то другой автомобиль. Я слепил тебя дальним светом, и ты подумал, ну что же это за мудак-то, а, не выключает дальний свет? А в этот момент водитель взял и выключил его, и оказалось, что ты его ослепляешь дальним светом, потому что ты не успел его выключить. И ты выключаешь его и думаешь, а навстречу тебе едет ты, хороший человек, и настроение твое улучшилось. Об этот день. И в самый жуткий час пик, когда никуда и никак не проехать, ты все-таки проскочила все пробки, объехала их переулками и почти успела на какую-то, кажется, важную встречу. Ну, никак не можешь выехать на проспект, потому что такой поток машины, никто не уступает и не дает проехать. И ты в отчаянии бьешь по рулю и беззвучно ругаешься. Но вдруг какой-то усталый дяденька на своей старой усталой машине притормозил, мигнул фарами, махнул рукой, мол, давай езжай. И ты рванул с места, но успел показать ему открытую ладошку, а он успел устал улыбнуться. Настроение когда ты сидел где-нибудь в парке в ужасном настроении, курил, но не бросал окурки под скамейку, не втаптывал их в песок дорожки, или просто шел по аллее, жевал жевательную резинку, и она надоела, и надо ее выплюнуть, но ты ее не плюнул на дорожку. Ты дошел с ней до урны и плюнул ее туда, и туда же высыпал окурки, и подумал, а ведь я-то ведь все-таки приличный человек.
Не то, что те, которые набросали тут всякой дряни. И мне еще можно пожить на этом свете. Еще можно.